Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа. Напоминаю вам о том, что меня зовут Михаил Федоров, я являюсь энерготерапевтом и кармическим целителем. И мы с вами подошли наконец-то к нашему третьему дню вот этого замечательного марафона. И сегодня, как я вам обещал, я проведу сеанс, который будет работать по принципу таблетки от головной боли. Притом, то, что касается вот этой энергетической таблетки, которую я сейчас вам передам с помощью сеанса, она не просто убирает головную боль, а еще и лечит ваши мигрени и стабилизирует ваше кровяное давление. Итак, для того, чтобы нам начать с вами сеанс, мне необходимо, чтобы вы меня попросили о том, чтобы я вам передал эту энергию. Итак, попросите сейчас меня вслух или мысленно. Михаил, передай, пожалуйста, мне исцеляющую энергию этого сеанса. Вы меня попросили, и я говорю вам, да, хорошо, я проведу для вас этот сеанс. Теперь я вас спрашиваю, согласны ли вы принять этот сеанс? И если вы хотите принять этот сеанс, вам необходимо сказать, что вы согласны. Отвечайте, согласны. Замечательно. Теперь мы начинаем наш сеанс. Устраивайтесь удобно. Для того, чтобы энергия хорошо у вас усваивалась, нам необходимо провести церемонию заземления. Для этого пропойте вместе со мной настоящий голосовой акустический код. Итак, пропеваем его трижды. Теперь, если хотите, можете закрыть глаза, можете сидеть, можете лежать. Начинается сеанс для вас.
Дорогие друзья, на этом сеанс завершен. Расскажите, как вы себя чувствуете. И вместе с этим сеансом, к сожалению, как ни грустно, но подошел к концу наш вот этот замечательный марафон, в ходе которого вы получили много энергетических импульсов для корректного функционирования вашего организма. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, родственниками. Пусть большее количество людей прикасается к настоящей исцеляющей магии. На этом мы с вами завершаем вот эту встречу. И я ожидаю всех вас на передаче энергетической добавки «Цветок жизни». Обязательно приходите. Это очень новое, такое потрясающее энергетическое явление в нашей с вами жизни, которое пришло ко мне через ченнелинг с высших октав бытия посредством луча Вознесения, который снисходит в нашу реальность с уровня Святого Духа. Именно оттуда мы черпаем здоровье, именно оттуда мы черпаем вдохновение. Именно здесь мы постигаем Бога. На этом я с вами прощаюсь, хорошие мои друзья. С вами был кармический целитель, энерготерапевт и ваш преданный слуга Михаил Федоров. До свидания.